Меня зовут Светлана Васильевна Корзенкова. Я работаю в 10-й средней школе города Риги и работаю замдиректора по учебно-воспитательной работе. Если мы говорим об Атмуде, то я расскажу о тех событиях, которые происходили в районе Вецмилгрависа и Мангале, потому что сама была невольным свидетелем тех событий. В это время в Вецмилгрависе располагалась база ОМОНа. И люди, которые выступали за независимость, были созданы специальные группы людей, которые действительно выступали и выступали активно. И ОМОН пытался погасить эти выступления достаточно активными действиями, я бы даже сказала, боевыми действиями, потому что по Милгравису летали трассирующие пули. Было очень страшно, очень страшно. И трагические события произошли в Мангале. По дороге из Мангале в Вецмилгравис сегодня там стоит крест, там были убиты люди, там стоят. Сегодня тоже в дни, эти баррикадные дни в январе, приходят люди, вспоминают, ставят цветы. Характерно было возбуждение, такое общественное ожидание нового и чувство страха. А что будет потом? И физического страха от того, что ты можешь попасть в эту круговерть событий, и нечаянно какая-то шальная пуля может тебя задеть людей, потому что физически вступать в какие-то даже элементарные взаимодействия, скажем, с вооруженными людьми, это всегда страшно. Конечно, Атмада принесла независимость Латвии как государству без этого пробуждения народного, как-то укрепилась, вера в себя, в свои силы, что ты можешь, что ты должен преодолеть какие-то моменты, которые чисто по объективным причинам трудно преодолимы. Да? Если мы говорим, мы должны уважать тех людей, помнить тех людей, ценить тех людей, которые боролись за независимость нашего латвийского государства. Но и не только тех, кто погибли, а в принципе тех, кто участвовал.